Вот и закончена реставрация. И немножко доработал восковский рубанок, который был куплен на рынке за 250 рублей. Удалось торговаться. Продавали за 300. Что было сделано? Очищен. Выведена подошва, боковина выведена в 90 градусов. Греха таить, чешь, вот носик и пяточка чуть-чуть не выведены. Нож прям жуткое было. Завал. Ну, в общем-то, рабочая часть на 95% выведена. Выточены новые ручки. Новый винт изготовлен взамен старого. Если помните, он стоял под непонятным абсолютно углом. Доведена площадка. Ну и в общем, сейчас я зафиксирую камеру и покажу, как он строгает. Традиционная буковый брусочек. Ротик я, как говорил, уменьшил значительно, то есть сейчас он менее миллиметра. Вот такой замечательный инструмент можно получить, приложив немного усилий и, ну, в общем-то, мне понадобилось 3 дня времени. Вот, много времени заняло вот подошва и переточка железка, поскольку она была заправлена 25 градусов. Мне пришлось ее перетачивать в 30, поскольку железка очень качественная. Я потратил полдня, сегодня выводил ее. Но мне это удалось. Вот. И теперь он очень похож на какой-то очень дорогой рубанок. Хотя нет, это наш советский.